Ребята, недавно вышло обновление при PC-симулятор. Да, мы играли во вторую часть ПК билдинг-симулятора на ПК. Ну, она нам понравилась. И у нас PC-симулятор обновился. Давайте поиграем. Давайте просто в тест поиграем. Этот комп включим. Ну, видно, он рабочий. Это видно с трейлера. А теперь давайте вот это подключим. Монитор. Модные мониторы тут какие-то появились. Недавно, вот так вот. Неожиданно. Что тут у нас? Note daily. Today is a sunny day. Абе-буба-буба-буба-буба. Я ничего не понимаю. Итак, это мы включаем. Вроде. Он такой комп. Он долго крутится, потому что я не делаю. А пароль? Разработчик. Пароль дайте. Пароль. Алло, пароль дайте. А я могу... Ай, блин. Я убью этот сраный стол. Все. Стол тебе конец. Охренеть, стол кирпичей выложил. Кирпичами быстро. Ладно, кирпичами мы убьемся. Я и стол тоже сломаю. Теперь у нас много насратых кирпичей. Так, и что это все означает? Кто насрал? Так, давайте признавайтесь. Теперь тут попытаюсь найти, какой мир я хотела загрузить. А, вот она. Произошла тут война. Война, что ли? Эй, диск на 5 терабайт. Ох, нахрен он нам нужен вообще. Я вообще сам даже не понял, зачем я его купил. Но, ладно. Что тут? Тут, короче, из комплектующих много чего добавили. Тут, короче, добавили новые корпуса, но у меня они не все разблокированы. Потом новые моники, даже телевизор добавили. Это монитор. Так, материнки новые, мини ATX, микро ATX, и ATX, ATX, ATX. Зачем 2 ATX? Новую память добавили. M2 накопители. Наконец-то. Блоки питания. Ну, они тут как были. Добавили более слабенькие видяхи. И более мощные видяшки. Корпусные вентиляторы добавили. Оперативку. Новую. 32 гигабайта. Из процессоров только добавили i9 12900K. И тут какой-то апокалипсис произошел. Это какой-то комп. Думаю, Титан 5. Надо с ним кое-что сделать. Титан. Сейчас мы его нашпигуем. Мы сделаем такой разгон. Хо-хо-хо. Вообще разгон будет от башки. Просто будет отличный разгон, по моему мнению. Так авто нам не надо. Давай заморозим тебя. Заморозили мы его, видно. Очень хорошо. Давайте тебя я сделаю погорячее. Не надо, дядя! Не надо! Дядя, не надо! Не надо, дядя! На как это гореть? Не надо, дядя! Да! Ой, комп горит! А это было близко! Всё, комп сгорел. И девятый я, блин, сделал
пельмень какой-то просроченный. Не надо! Дядя, не надо! На как это гореть? Не надо, дядя! Дядя, это было близко!